Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел побесить, но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ – ждать царева возвращения для законного решения. «Наше все» — солнце русской поэзии Александр Пушкин и, пожалуй, самый узнаваемый голос страны — Сергей Чунишвили. Известный актер театра и кино, диктор, официальный голос телеканала СТС. И это еще не все его регалии. Чунишвили впервые выступает в Алтайском крае. Такой подарок жители региона получили к 80-летию Алтайской филармонии. На сцене диалог классической музыки Чайковского, Грига и бессмертных произведений Пушкина. Если первая история, она у нас заявлена, как сказка о царе Салтане, ну, немножко в таком необычном прочтении, то вторая подборка во втором отделении – это стихи разных лет. И, пожалуй, самое известное, что существует, это «Я вас люблю, хоть я бешусь», хотя, может быть, кто-нибудь еще в зале помнит «Роняет лес багрян свой бор». Пора, пора, душевных наших мук не стоит мир. Оставим заблуждение, сокроем жизнь под сенью единения. Сергей Чунишвили выступает в сопровождении филармонического камерного оркестра Новосибирска. Концерт «Сказки Пушкина» проходит при поддержке Министерства культуры в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Первый раз эта программа исполнялась 9 лет назад. В Барнауле билеты раскупили за несколько недель. При всем уважении, Сереж, к твоему голосу. При всем. Унись меня. Как ни странно, в общем, несмотря на то, что у нас оказался довольно большой круг общих знакомых, мы до этого никогда не пересекались в Москве, абсолютно. Но я счастлив, что как-то, в общем, с первого слова, благодаря твоему бархатному голосу, мы очень быстро нашли общий язык, и поэтому эта работа была очень легкой, творческой. Для тех, кто пропустил выступление Сергея Чунишвили, актер не исключает, что еще вернется в Барнаул. Я там был, мед пиво пил и усы лишь обмочил. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.